Притворяйте счастье в моменте. Философ тебе. Как Эльдар Джарахов. Ну или как Раиль буквально недавно. На большой сцене начинается большой бард-марафон «Каракус Бардфест». Наш праздник сегодня открывает российский видеоблогер, музыкант, автор песен из Казани, основатель YouTube-канала «Хижина музыканта» с аудиторией более 1 миллиона подписчиков. На сегодняшний день самый крупный YouTube-блогер в Татарстане. Выпускник Казанской государственной консерватории по классу баян. Встречайте, Арслан! Привет, Альметьевск. Похлопаем еще раз. Для меня большая честь начинать данный фестиваль. Следующая песня, которую я хочу спеть, называется «Не влюбляйся». Это самая главная песня в моем творчестве. Имеется клип на эту песню, также снятый в Казани. Уже недавно перевалили за отметку в 1 миллион просмотров. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно. Твоя вина. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюбляйся, ни к чему не приведет быть холодной, словно самый стойкий лед, не влюбляйся. Все же было хорошо, я не тот, с кем будет сладко, вечно странник одинок. Гороскопы журнала совместимость наших знаков. Ищешь поводы для встречи, проверяешь мои лайки. Ты подсел на любовь, ведь заразительная игла. Ты наивная и мала, и ничего не поняла. Не скажу, но больно пускать. Я молчу, хочется печать. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Встало и зашло, наблюдая тот же сон. Убегаешь от мирского и листаешь телефон. Одинокий в этом мире, вечно в поиске тепла. Ты побудь со мной рядом, пусть согреются тела. Я молчу, не осталось больше слов. Наблюдая, как беснуется любовь. Не подпускаю близко, но снова проиграем. Ведь счастье будет близко, но снова потеряем. Не скажу, но я люблю тебя. Я твой небосвод, а ты моя луна. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не твоя вина. Спасибо большое. Понравилась песня? Самое лучшее из того, что исполнил, да? Нет? Спасибо. Так, следующая песня, она более позитивная, опять-таки, я говорил, больше лирики, меньше позитива, к сожалению, в моем творчестве. Но есть одна хорошая песня, которая оппозицией стоит на вот к этой песне, которую я только что исполнил, называется «Как ни крути». Она, конечно, совместная. Я ее делал вместе с Тимуром Маффином, это его никнейм. Хорошая такая позитивная песня, думаю, вам понравится. Я
утрать любви. Все идет как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни ключи. С тобой не вместе, это правильно, наверное, будет глупо искать морали там, где их просто нам с тобой не найти. Ударил твой номер, чтобы больше не звонить. Дьявол не было, не выкинуть из памяти. Все напоминает, и теперь полной трагедии. С алкоголем завязал, да и просто не хочу. Позвони по пьяни, не скрой своих чувств. И что же нахрен с тобой делать? Уже другая девушка со мной в посте. Если честно, не запомнил, как зовут. Если смысл уйти, уже не будет труд. Когда-то он боем был, там было все позади. Я не вернусь, когда не будет хватать любви. Пусть все идет, как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. Не страдаю в полной норме. Жизнь бьет плечом, пока еще не помер. Молодые свободы играют главные роли. Но на этом море залетаю, будто бит, как тебя когда-то. Добиваешь всего сам, даже по пиздат. Фотографии на памятнике хватит мне не спать, оценешь внимание. И пусть еще я замечаю тебя в своих снах. Я выбираю жизнь по кайфу, а не в дураках. Затянулась та игра, запомни эти вечера. Когда-то боем был, там было все в позади. Я не вернусь, когда не будет хватать любви. Все идет, как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. Следующая песня называется «Белый танец». Это самая первая песня, которая была записана после армии. Все можно сравнить до и после. «Белый танец», на нее также имеется клип, снятый в Казани. Можете посмотреть, порядка 330 тысяч просмотров. Все это находится на моем YouTube-канале «Хижина музыканта». Как меня уже объявляли, там я работаю, это моя профессия. Обучаю людей игре на гитаре, пению. Также сам сочиняю и снимаю сейчас особо интересные выпуски на улице, где мы взаимодействуем с людьми. Ну, вы знаете, пранки, только связанные с гитарой. Вот, всех буду ждать. Это не объяснить, будто бы сон наяву. Ты искренне, я больше не иду ко дну. Благодарить мне предстоит сколько тысяч лет за то, что ты сейчас так близка ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться разбитым экипажем близ берегов Атлантиды. Зацепившись кормой от войска на мысли, чтобы я мог встретить тебя одну. Спрятавшись под белым пледом и снежных историй, мы находили поиски этих людей виновных. И чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, преодолели все, чтобы к тебе прикасаться. И нас там возом кружит этот белый танец. Нам зло всем тем, кто от нас не останет. Глядя на солнце звезд, что будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто помнить. И нас там возом кружит этот белый танец. Нам зло всем тем, кто от нас не останет. Глядя на солнце звезд, что будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто помнить. Глядя на сотни звезд, ты улыбаясь, твоя заветная люблю ко мне прикасаясь. Мы изменились, но нас что-то осталось. Наверное, то, что я даже в тебе полюбил. Немногословно, только этого не говорить. Два человека, кто из нас более псих. Слова записанные на песке не смыть прибой. Океан в тебя, в который нырну с головой. Спрятавшись под белым пледом и снежных историй, мы находили происки этих людей виновных. И чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, преодолею все, чтобы к тебе прикасаться. И наш там возом кружит этот белый танец. Нам зло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто пламя. И наш там возом кружит этот белый танец.
звездам будут с неба капать, оставит нечто большее, чем просто во мне. Вам понравилось? Это была последняя заключительная песня. На очереди другие хорошие, классные музыканты, поэтому веселее, поддерживаем всех. А вас всех жду на моем канале «Хижина музыканта» на YouTube, а также слушайте мои авторские песни под ником Арслан. Меня зовут Раиль Арсланов. Спасибо за внимание, до скорых встреч. Пока. Еще раз бурные аплодисменты. Арслан, спасибо. Он занимался 10 лет, и он этого добился трудом, ему не повезло. Вот и я там. Там 1500 видео на YouTube. Это не повезло, это труд усердный. Ну, после армии он вот начал набирать. Ну, начал набирать чуть больше. 50 камеров снял за месяц. Да-да, после армии поднялись просмотры.